Смотри там, на курортах-то. А? Ракушек мне привези. И пальмы. Ой, дочь, пальму-то на себя переть. Веточку. А, веточку. Ладно. Счастливо оставаться! Бывает так, что супруги не могут поехать в отпуск вместе. И тогда кто-то остается дома, а кто-то едет отдыхать. Алло, Стасик! Ну как ты там один на курорте? Скучаешь? Ну, конечно, мужику на курорте без жены и заняться-то нечем. Извелся от одиночества. А ты просил тебе еще 60 тысяч прислать. Это на что? Курортный сбор повысили? Совсем извелся в одиночестве. Все время плачешь по мне. Стас, так я ж тебе по скайпу звоню. Ну ты видеокамеру включи, хоть увидимся. Давай. Стасик, а чей это лифчик на кровати? Твой? Главврач прописал прогревать грудную клетку? Грелки туда кладешь? Я смотрю, он тебе еще чулки и стринги прописал. Это ж как мужика-то продуло. Стасик, а почему у тебя вся спина расцарапана? Просто не в катышках. То ж какие катышки крупные, он до крови разодрали. Стасик, а что-то мне кажется... Что у тебя за спиной какая-то женщина? Это картина на стене Джоконда? А что она моргает? Это скайп глючит? А что за мужик в трусах с гитарой зашел? Это главврач? А почему он говорит, пора вмазать? А, мазь от радикулита. А чё это за женщина на диване лежит? Медсестра? А почему она не в белом халате, а в чулках в сеточку и красном белье с перьями? Это новая форма медработника. Как же наш терапевт Фёдор Степанович будет в таком по вызовам-то ходить? Стасик, а почему у медсестры в руках бокал? Это физраствор? Ты глянь, как она физраствор глушит. Огурцами закусывает. Стасик, может, у меня что-то с глазами? Ну, по-моему, Джоконда закурил. Это скайп глючит? Ой, ой! Ой, а что за девка на столе танцует, догола раздевается? Это инструктор по лечебной физкультуре. Учит, как закалять организм. А что главврач ей 1000 в чулок сунул? Премию выдал. Стасик, Стас, а ты номер свой покажи, ну в котором ты живешь. Ну, камерой поводи. Ага, ну хороший номер, светлый. А чё за баба в ванной плавает? Санитарка готовит лечебную ванну? А чё она сама-то там сидит? Проверяет температуру воды? А чё она тебя туда зовёт, а сама не вылезает? По новым правилам безопасности в ванной должен находиться сотрудник, чтобы спасти пациента, если будет тонуть? А чё она стонет, о мой котик? У нее кот подох, она не может забыть. Бедная женщина. Стасик, что-то до того скайп глючит,
что мне показалось, что Джоконда выпила с горла бутылку физраствора, икнула и выпала из картины на пол. А чё главврач говорит? Стас, там тёлки в ресторане ждут. Стадо забрело в ресторан. А ты самый храбрый в санатории, кто может их прогнать? Иди прогони, Стасик. Ты молодец. Вон другие мужья поедут отдыхать, пьют, гуляют. А ты умница, я тобой горжусь. Лечишься, лечебную физкультуру делаешь. Молодец. Что говоришь? Мне видеокамеру включить? Да мне-то зачем? Я дома тебя сижу на кухне, жду. Ну ладно, включаю. Где мужики? Это картина на стене, 33 богатыря. Почему голые? Они по сюжету из моря вышли, разделись. Стасик, а давай так. Ты себе спокойно лечишься в санатории, а я тебя дома на кухне ждать буду.